Хой, я Сырок, сегодня я хочу с вами поговорить про такой фандом, как Z-Virus Game, или же игра про вирус. Я расскажу про начало и основу фандома, про дополнение, развитие FD и какой он сейчас. Поехали. Все началось с того, что пара друзей сделали визуальную новеллу на таком движке, как Кочи, движок для создания визуальных новелл на телефоне. И она многим понравилась, все тут же побежали в ТГ-канал автора, чтобы поиграть в это. Там также был туториал, как скачать игру. Сама игра была вполне интересной, смешной, проще говоря. Сюжет прост, была игра «Вирус» 10 лет назад, ее везде удалили. Но как оказалось, почти везде. ГГ скачивает ее, где нас встречает вирус, где мы с ним начинаем дружить. Избавляемся от клещей и встречаем коня в пальто, у которого модное пальто. В целом я попытался передать основной сюжет. Что там по FD-то? И началось. В ТикТоке стали появляться эдиты и видео по данной игре. В Пинтересте начали появляться мемы и картинки по данной игре. Игра становится довольно популярной, ну по количеству людей в ТГК уж точно. Новый год. Хороший и семейный праздник. И даже у вируса, ГГ и коня в пальто был праздник. К такому празднику создатели сделали новогоднюю экстру. Я в нее не играл, но там еще был бегемот. FD все так же популярен. Время идет, нужно идти дальше, но как? Сделать Z-Virus Game на Ринпае, конечно. Да-да, игра стала полноценной, и вышла она 1 марта. И вот тут уже можно поговорить. Добавили шкалу с отношением с вирусом, сделали классное главное меню, сделали игру красивой, немного изменили спрайт вируса. В общем, игра стала идеальной. Для игры сделали официальный постер, сделали вики, RP-игру для Роблокса, оригинальные саундтреки, арты к игре, да даже сайт сделали. Вот настолько игра стала популярной и интересной. Сейчас же они идут дальше и делают продолжение, которое я еще 16 тысяч человек ждут с нетерпением. Как-то так, мои хорошие. Спасибо, что посмотрел данное видео до конца. Пиши в комментариях, как тебе видео. Ну а с тобой был Сырок. Еще увидимся.